Инспектор Миннадзора и на летней резине. Нехорошо. Да все равно машину менять. Золотая моя столица, да, пап? Сначала сдай. Про объект ничего не знаю, но что-то по санпину. Расслабься. Дадут какую-нибудь стоматологию. Мы такие бахил нет. Мы разбежались, знаем. Знаем? А какой конкурс на Москву знаем? Это тебе не по-дурских ИПшников трясти. Я прошу тебя, отнесись к этому серьезно. К сожалению, в этот раз в комиссии моих людей нет. А, я уже звонить. На следующий. Бахил наденьте. Легенда. Плановая выездная проверка образцового объекта. По Санпину 222/24. 13:40-03. Найти нарушение на рабочем месте. Теперь точно расслабься. На образцовом рабочем месте. Это что, теперь за это дают Москву? Да, только пока никто не справился. Кандидат готов? Запускаю. Через месяц мы достроим дом. Через год тебе дадут кресло, и ты будешь вынимать из своей головы новые требования. Это всего лишь рабочее место. А в этой стране нет и не будет такого рабочего места, в котором нельзя было бы чего-нибудь найти. Понимаешь? Перегоревших ламп не обнаружено. Освещенность на поверхности стола. В зоне размещения рабочего документа. Стелюкс. В пределах нормы. Влажность. В пределах допустимой нормы. Окна. Должны быть преимущественно ориентированы на север и северо-восток. Высота рабочей поверхности стола. Ширина и глубина поверхности сиденья. Допустимый. Норм.
Неужели пункт 9.4? Ну, это как что, где, когда? Когда знаешь ответ раньше знатоков и думаешь, что ответ неправильный. Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600-700 миллиметров. А в нашем случае... Подставка для ног. Подставка для ног. Рабочее место следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 миллиметров, глубину не менее 400 миллиметров, регулировку по высоте в пределах до 150 миллиметров. По углу наклон опорной поверхности подставки для ног до 20 градусов. Поверхность подставки для ног должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 миллиметров. Как показала проверка на рабочем месте министра Российской Федерации, подставки для ног нет. Потому что подставки для ног, соответствующие всем требованиям Санпина, на рынке тоже нет. С кем договариваться?